коли безмежно довіряєш коханому. Я все прощу, я не смогу без тебя жить. Коли підозрюєш давнього друга. Даже если ты мне вернешь украденное, заявление я не заберу. Хто є хто? Як розібратися? Ти ж знаєш, що він мені нравиться. Марія Берковець вважала себе успішною, бо мала коханого чоловіка і престижну роботу провідного економіста. Але жінка ще не знала, що несподівана подія змінить усе в її житті. Девчонки, Артём звонит. Привет. Что-то случилось? Сейчас спущусь. Машуль, что-то случилось? Что-то с Артёмом? Маш. У Артёмчика проблемы. Артем і Марія познайомилися півроку тому. Їхні стосунки були серйозними, тому жінка сприймала проблеми коханого як свої власні. Що случилось? Машка, я не знаю, що робити. Ти о чому? Вчора мама попала в кардіологію. На роботі плохо стало. Врачі її відкачали, чуть не умерла на руках. Хорошо, что скорую вызвали вовремя. Да не переживай ты, ну она же в больнице. Там ей окажут помощь, подлечат, да? Она не говорила, что у нее проблемы с сердцем, а вчера так плохо стало. Ну а что говорят врачи? Говорят, что нужно делать операцию на сердце. Вези ее в Киев. Она не транспортабельна. Ну а что, в Прилуках, там ей помогут разве? Там поставили в очередь на операцию, но через полгода. Боюсь, что она не дотянет. Хорошо, а если без очереди? За деньги. Сколько стоит операция? Там бешеная сумма. 30 тысяч, не считая пребывания в больнице и лекарств. Не переживай, я найду деньги. Где? На работе возьму беспроцентный кредит в счет зарплаты. Артём, маму надо вытаскивать. Маш, спасибо, но это моя мама. Я должен сам как-то решать эти проблемы. Тем более у тебя ремонт, тебе нужно чем-то рассчитываться. Нет, твоя мама, это моя мама тоже. А когда ты к ней собираешься? Думал, сегодня. Ну, вот, возьми. Что-то за деньги? Да, сегодня хотела люстру в спальне купить, но люстра подождет. Здоровье мамы дороже, ведь правда? Спасибо, Машка. Я не могла поступить по-другому, потому что мама Артема, она могла стать бабушкой наших будущих детей. Дізнавшись жахливу звістку, Марія повернулася на роботу. Вона розповіла Ользі та Лілії про біду, в яку потрапила мати коханого. Але думки подруг із цього приводу розділилися. Маш, у тебя что, денег куры не клюют? Решила благотворительный фонд открыть? Оля, у тебя что, вместо сердца камень? У Артема же больная мать. Считай, что ты с деньгами попрощалась. Маш, да не слушай ты ее. Просто Оля не готова жертвовать. Точно, жертвой быть не готова. А Артем твой? Ну, в рай попал. All inclusive. Домашняя кухня, регулярный секс и спонсорская помощь. Мы с Артемом семья и стараемся поддерживать друг друга. Может, ты и за мамкой его поухаживаешь? Сиделками вечная проблема. Надо будет, поухаживаю. Мать Тереза, ты наша. Мань, послушай, я знаю жизнь. Все мужики сволочи. Три моих замужества меня многому научили. Нашла чем хвастаться. Суды с мужьями превратились в твое хобби. Ты уже туда ходишь, как на работу. Девочки, ну прошу вас, ну не ссорьте. Я сужусь за благополучие своих детей и не спонсирую всяких альфонсов. Спасибо. Буду умирать, но к тебе не обращусь. Спасибо Лильке, она меня тогда так поддержала, а вот от Ольки я такого непонимания никак не ожидала. У квартирі Марії закінчувався ремонт. Усе організував давній друг Володимир, який зайшов до жінки, щоб звітувати про результати роботи. Приймай роботу. Ой, Вов, не хочу, я устала. Ти ж знаєш, я тобі довіряю. А, от, кстати, ще цемент покупав. От чек, пожалуйста. Боже, що б я без тебе делала? Ти настоящий друг. Слушай, Маш, тут неподалеку кафе открылось.
Давай сходим. Нет, давай в другой раз. Окей. Тогда чай сделаешь? Я не могу сейчас, я занята. Ты собирался уходить? Так уходи. А что, у тебя там гости, да? Гости, гости. Да, ты уходишь или нет? А какие гости? Девочка? Да, это моя подруга Каролина. Ты ее не знаешь. Человек пришел в гости попить чай. А я тебя никак не могу выпроводить. Так, ну ладно. Давай, иди. А, кстати, завтра кто-нибудь будет дома? Окна привезут. Я с Артемом с утра на работе, а ключи, дубликат я могу тебе оставить. Хорошо, давай. Я не очень хотела знакомить Каролину с Вовой. Я, конечно, не ревновала, но у меня было какое-то чувство собственничества. Марія з Каролиною познайомилися нещодавно і подружилися. Саме з нею жінка хотіла поділитися своїми переживаннями стосовно Артема. Але сталося інакше. Машинка, налей водички. О, здрасте. Знайомтесь, це Каролина. Каролина – це Вова. Очень приятно. Володя, может вам чаю? Я только что заварила. А вы знаете, я не откажусь. А то от Машеньки никогда ничего не дождешься. Держите, Владимир, не обожгитесь. Спасибо. А давайте на «ты». Как тебе чай? Вы знаете, такой вкусный я никогда еще не пил. Я могу делать не только чай. Вова, вот тебе ключи. Давай до завтра. Спасибо. Я полетел. Володя, а давайте я вас провожу. Давайте. Честно говоря, я не ожидала от Каролины такой прыти. Да и Вова хорош, он просто при мне раздевал ее глазами. Наступного дня Марії кортіло дізнатися, як саме закінчився минулий вечір для її подруги і Володимира. І вона схитрувала. Ти мені дуже допомог. Ми з Артемом збиралися їхати, але у нього помінялись плани і... Да все нормально. Можеш на мене рассчитывати. Тим більше, що мені подобається з тобою ухаживати. Спасибо. А що у тебе з Каролиною? Ви тоді уїхали вместе? А что у меня с Каролиной? Странно, у тебя вообще-то подруги. Сами в постель прыгают. То есть, получается, она не в твоем вкусе? Маш, мне давно нравится только одна девушка. Вот она передо мной. А помнишь, как мы на выпускном? Весь класс пошел купаться, а мы с тобой сбежали. Да, мы с тобой еще провстречались тогда 2 дня, я все помню. А потом ты меня бросил, уехал в Харьков, даже не попрощался со мной. Я прорыдала целую неделю. Ой, привет. Ой, привет. Я не помешал? Чим обернеться для Марії відверта розмова з однокласником. Потом ты меня бросил, уехал в Харьков, даже не попрощался со мной. Я прорыдала целую неделю. Ой, привет. Ой, привет. Я не помешал? Нет, ну что ты, мы с Вовой ездили за стройматериалами, он мне очень помог. А меня трудно было дождаться? Я тебя ждала, но строители, они же не могут сидеть без дела. Вот и Вова. Маш, ты что, меня держишь за идиота? Нет. Я все слышал. Артем! Артема можно было понять. Мне тогда так стыдно стало перед ним. У него мать умирала, его некому было поддержать, кроме меня. А я обменивалась любезностями со своим бывшим одноклассником. Артем обиделся. Ну прости меня, прости. Мы просто с Вовой 100 лет уже знакомы. Мы как брат и сестра. Ну, конечно, пожалуйста. Конечно. Прости Хотелось меня. Бы верить. Я надеюсь, я его сегодня больше не увижу. А, отвалил. Знаешь, я тоже никакой радости от общения с тобой не испытываю. Мог бы помочь, знаешь, что лифт не работает. А что мне за тебя мешки таскать? Тебе платят, давай отрабатывай. Слышь, дружище, мне деньги платит Маша. Если бы ты был нормальным мужиком, не кочевряжился бы. И не побежал, как ревнивая девка. Хватит! Хватит! Прекратите! Хватит! Баба! Конечно же, я понимала, что Артем на взводе из-за мамы. Да любой бы так психанул на его месте.
Після занять у фітнес-клубі подруга попросила Марію затриматися. Жінка була заінтригована. Я, кажется, влюбилась в твоего одноклассника. Так что, у вас что-то было? Ну, он позвал меня к себе, купил шампанского и ерунды вкусные. Ну, короче, я осталась у него до утра. И? И уже последние несколько дней только о нем и думаю. Он такой классный, такой ласковый. Он угадывал каждое мое желание. А утром еле меня отпустил. Ну ты даешь! А Вова тебе что-то рассказывал? Вы ведь с ним друзья. Нет, мы не успели с ним поговорить. Приехал Артем, и мы поцапались. У зіпсованому настрої Марія поверталася додому. Слова подруги не йшли з голови. Оливи у вогонь підлив і Володимир. Не делай так больше. Ну, теперь будешь шарахаться, да? Рассказывай, что вы там сделали, я спешу. Потолки в спальне натянули. А тот французский выключатель я сам поставил. А ты люстру купила? Нет, не купила. Почему? Ты же говорила, что нашла то, что хотела. Нет, ее уже купили. Ну, давай сюда, давай. Мне не тяжело. Да давай сюда. Да, пойдем. А, кстати, как у вас с Артемом? Серьезно все или так? Послушай, Вова, у нас с Артемом все абсолютно серьезно. Намного серьезнее, чем ты можешь себе представить. Ну, окей, окей, окей. А свадьба когда? Папа видел твоего мистера Олимпа? Не суй свой нос в мою личную жизнь. Разозлил меня тогда Вовка конкретно. Сам не может разобраться со своими девками, а у меня еще все выпытывает. Да, я не познакомила Тему с родителями, не успела. Просто они живут в пригороде, но на свадьбу единственной дочери обязательно бы приехали. Марії не давало спокою те, що їхні з Артемом стосунки не визначені. Вона наважилася поговорити про це. А ти не думала, ребенки? Ремонт у нас почти вже закончен. Осталось купити тільки пару мелочей. І скоро у нас з тобою наступить настоящий сімейний рай. Оля говорить, що я можу працювати на дому. А зарплата? Ну, не зміниться. А коли дитинок підросте, ми зможемо наняти няню. Блин, какой детеныш? Артем, ты чего? У меня у мамы послезавтра операция. Она на грани жизни и смерти. А денег, которые ты мне обещала, я в упор не видел. Ну прости, пожалуйста, мне обещали кредит дать только через пару дней. Ты куда собрался? Куда глаза глядят. Артем, подожди. У меня есть деньги. Господи. Господи, какая же я дуреха. Я же откладывала деньги на ремонт. Вот. Вот, 30 тысяч, держи. Маха, ты супер. У меня просто груз с плеч упал, когда я дала Артему деньги. Я видела, как он мучается, не зная, как помочь маме. И это были не просто деньги, это была надежда на выздоровление. Віддавши гроші коханому, жінка опинилася у скрутній ситуації. Своїми проблемами вона вирішила поділитися з подругою. Проте розмова набула несподіваного повороту. Понимаєш, не знаю, що робити. Вова ремонт уже закінчив. Я не знаю, як з ним розраховуватися. Денег у мене нет. Як нет? А куди ти їх дела? Артему віддала. У нього у мами операція. І как раз 30 тисяч потрібно було, представляєш? Правда? Слушай, молодець, Машка, не ожидала. Теперь не знаю, как с Вовой рассчитываться. Хотела взять суду за счет зарплаты, а финдиректор уехала и... Будет только через несколько дней. Не знаю, что делать. И что ты думаешь теперь Вове говорить? Как-то попытаюсь его уговорить. Может, поулыбаюсь, там глазки ему построю. Я же знаю, он давно ко мне неровно дышит. Как думаешь, получится? Ничего себе заявочки. Ты вообще нормальная такое говорить? Ты же знаешь, что он мне нравится. Ну, прости, пожалуйста, я ляпнула, не подумав. Я же... Знаешь что? Спасибо за чай. Я не хотела обидеть Каролину. Я помнила, что она неравнодушна к Вове. Но, по правде говоря, мне очень было приятно осознавать, что я нравлюсь двум мужчинам, и каждый из них готов на многое ради меня. Час розрахунку за ремонт невблаганно наближався. Марія з жахом чекала на Володимира. А чого не убрано? Ремонт же зроблено. А устала. На вихідних уберу. Ну, я за деньгами приїхав. А може кофе или пиво безалкогольне?
А мистер Лимп против не будет? Нет, ну что ты, Артем уехал к маме в Прилуки. А у меня ужин уже готов. Будешь? Да нет, ты знаешь, я... Давай деньги, я поеду. Вова, ты меня убьешь, но... Денег... Ты шутишь? На работе задержали. Чего ты мне мозги пудришь? Мне деньги сейчас нужны. Деньги я отдала Артему. У его мамы серьезная операция. И что? Ну как что? Его мама на грани жизни и смерти. Тебе что, все равно? Да какое мне дело до его мамы? Я ожидала от тебя такого. Я тоже. Ладно, делай что хочешь, но денег у меня нет. А ничего так ремонтик получился, да? Кондиционер, плазма. Кухня вообще сказочка. Ты на что намекаешь? Давай так. Если завтра денег не будет, я всю эту красоту собираю, и как раз ребятам на зарплату хватит. Поняла? Моя куколка. Я очень испугалась, потому что никогда не видела Вовку в гневе. Но мне было обидно, что он совсем не оценил моего благородного поступка. Після візиту Володимира Марія не спала всю ніч. Настрій жахливий, їй конче потрібні гроші. Жінка вирішила порадитися з колегами. Маш, а зачем тебе деньги? Ты же говорила, что на ремонт тебе хватает. Деньги за ремонт я отдала Артему, маме на операцию. А Вовка срочно требует деньги за ремонт. Не знаю, может, кредит в банке взять? Да ты что, совсем рехнулась? Какой банк? Дождись финдиректора. Да, лучше экспресс-кредит. Так, никаких экспресс-кредитов. Артем, тебе что, муж? Почти муж. Вот пусть и возьмет на себя кредит в банке и рассчитается за ремонт. Я тогда очень на них обиделась. Когда у Ольки были проблемы с одним из ее бывших мужей, я была ее свободными ушами. Когда Лиля попала в больницу, я сидела с ее ребенком. А когда дело дошло до меня, они разом от меня отвернулись. Ну и правда, кому нужны чужие проблемы? Марія повернулася з роботи у вкрай пригніченому настрої. Вона не знала, як викрутитися з такої халепи. А вдома на неї чекав справжній удар. Жінка була в повному розпачі. Їй ні на кого було обіпертися в скрутну хвилину. Марія знала, що коханий поїхав за місто. Зателефонувати ж Володимирові не наважилася. Тоді вона озвалася до подруги. Кароліночка, мені, кажется, ограбили. Кажется, или обокрали. Зайди ко мне, пожалуйста. Нет плазмы, ноута. Золото, все пропало. Так, я уже бегу, а ты давай вызывай милицию. Это был шок. Когда я зашла и увидела, что меня обокрали, я думала, упаду на месте. Все, что было в моей квартире, я заработала сама. Я не позволяла себе ночных клубов, развлечений. Я экономила на покупке одежды. Но, как оказалось, все это было напрасно. За викликом Марии приехала оперативная группа. Мария, кто мог вас ограбить? Может, вы кого-то подозреваете? Никого. У меня нет таких знакомых. Нет, ну вы подумайте, подумайте, хорошо подумайте. Кто-то же навел? Марусь, так это же Вова. Кто такой Вова? Ну, Марусь, помнишь, ты говорила, что Вова тебя пугал? Мол, если ты не вернешь деньги за ремонт, то он вынесет всю технику. Нет, я не думаю, что это он. Проверяем Сиверси. О, это Артем от мамы приехал из Прилук. Не парься, я открою. Спасибо, Каролин. Ваш брат? Нет, это мой парень. Парень. Артем, это Артем. Добрый вечер. Будем надеяться, что он добрый. Ваш паспорт, пожалуйста. Сейчас. Что, нашего страйбана подозревают, да? А тебе Каролина уже все рассказала? Ну, а ты что по этому поводу думаешь? Кто мог это сделать? Ну, кто? Владимир, Машин одноклассник. Маш, ты уже сказала следователю, что у Вовы был дубликат ключей от нашей квартиры? Почему вы все думаете, что это он? Ну, а больше некому. Я не хотела верить в то, что Вова обокрал меня.
И чем больше я не хотела в это верить, тем больше я понимала, что совершить кражу, кроме него, было некому. За кілька днів Марію викликали до слідчого, але жінка не очікувала опинитися віч-навіч із підозрюваним. Как ты могла подумать про меня такое? Только ты это мог сделать. Да весь дом видел, что у тебя ремонт. Постоянно завозили дорогущую технику. Неужели ты могла подумать, что никому до этого не было дела? А ты меня запугивал, что заберешь эту дорогую технику? А может, это ты со своим сладким мачо инсценировали ограбление, чтобы не платить за ремонт? Знаешь, мне его глазки давно не нравились. Какие-то бегущие, какие-то вороватые. И у тебя еще поворачивается язык обвинять Артема? Берковец, заходите. Не ожидала я, что Вова докатится до того, что будет обвинять Артема. Он тогда меня взбесил конкретно. Я решила, что с этого момента я не буду доверять никому. Ну, кроме Артема, конечно. Ну что, Маш, мне вас пока порадовать нечем. Но это пока. Как же? Только что от вас вышел Владимир Маркин. Это он ограбил мою квартиру? Почему он гуляет на свободе? Да, он единственный подозреваемый, на которого указали. Ну ты понимаешь, вот с ним как-то вот не срастается. Но почему? Ведь ясно же, что это он. Чи підтвердяться підозри Марії? Только что от вас вышел Владимир Маркин. Это он ограбил мою квартиру? Почему он гуляет на свободе? Да, он единственный подозреваемый, на которого указали. Ну ты понимаешь, вот с ним как-то вот не срастается. Но почему? Ведь ясно же, что это он. Да потому что в момент кражи он находился совершенно в другом районе города. Это он вам сказал? Нет, не он. Знаете, Маша, в отличие от вас, я привык доверять людям, но и проверять. Есть несколько свидетелей, которые увидели и могут вот документально все это подтвердить. Ладно. Но есть хоть какая-то зацепка? Ну, скорее всего, что это домушники. Кстати, сегодня в доме напротив тоже квартиру ограбили. Вот мы и пытаемся выйти на их след. Вот правду говорят, что с нашей милицией лучше не связываться. Скорее всего, мое дело для них было самым обычным бесяком. Марія вийшла від слідчого вкрай розчарована. Віра у справедливість поволі зникала. Жінка безнадійно чекала подальшого розвитку подій. Да, Маш, вислушай мене, пожалуйста. Хочеш, щоб я заявлення забрала? Було б неплохо. Не дождешся. Маш, ну я не вор. Ну я сам в шокі від того, що случилось. Ну пойми мене правильно. Коли ти сказала, що не заплатиш мені, я розозлився, я тому наговорив тобі всяких гадостей. Ну какой смысл мне тебя грабить? Я и делать этого не умею. Маш, ну посмотри на меня. Ну разве я похож на вора? А что ты так волнуешься, а? Не виновен, не посадят. Мне стало даже как-то жалко Вову. И я подумала, а что, если это не он? Может, подставил его кто? Или так совпало? Ну, во всяком случае, тогда мне хотелось, чтобы это было именно так. Марії хотілося почути думку Артема стосовно своїх сумнівів. Вона пішла до фітнес-клубу, де її коханий працював інструктором. Я ж говорила, що Вовка не вор. Слідователь говорить, що во время кражі Вовка був в другому кінці міста. І є свідчення, які можуть це підтвердити. Зря ми його обвиняли. Ти кому? Вові повірила? Ти купилась на його сльози фальшиві? Ти не задумувалась, чому він так сміло розгулює на свободі? Да просто твій Вова, якого ти так вигоражуєш. Забашлял следаку, он приостановил ход дела. Либо они в доле, и следователь просто его крышует, и все. А что, такое может быть? Поверь, для ментов это обычное дело. Значит так, котеночек, я тебе запрещаю общаться с Вовой, это опасно. И мой тебе совет, следователю тоже не доверяй. Хорошо. Артем был совершенно прав, верить нельзя было никому. За кілька днів Марію знову викликали до слідчого. Жінка сподівалася нарешті почути ім'я справжнього крадія. Але такого вона не чекала. Нічого нового тіскати не можу. Ти лише розкажи мені, парні, з яким живеш. Артем? А що, Маркін уже вне підозрені? Ну, ти це... не кипятись. Треба відпрацювати всі версії. Тому
Расскажи. Кто он? Что он? Родители работали. Да Артем тут вообще никаким богом. Он был в другом городе. И, кстати, его вещи тоже пропали. Да? Какие? Ну как? Все же в описи написано. Айпад и очень дорогой зеркальный фотоаппарат. Да-да-да-да-да, есть такое. Ну и что это меняет? Как что? А то, что Артем такой же пострадавший, как и я? Ты не волнуйся. Ты объективного расследования хочешь? Хочу. Вот и я хочу. Потом рассказывай. Все рассказывай про своего Артема. Преступник гуляет на свободе, а вы мне тут про объективность рассказываете, да? Да я уверена, что Владимир Маркин вместе с вами в доле. Поэтому вы его не арестовываете. Мне только за нос водите. Знаете что, гражданка? Берковец, сделайте одолжение. Выйдите вон из моего кабинета! Вот сейчас вы показали свое истинное лицо. Марія була вкрай збентежена розмовою зі слідчим. Вона все більше переконувалася в тому, що він водив її за ніс. І несподівано знайшла цьому підтвердження. О, привіт, Маш. У тебе ще вистачає совісті здороваться? Збив мої речі і прикупив новеньку машинку, да? Да, неплохо иметь крышу в милиции. Эта машинка стоит намного больше, чем все твои вещи вместе взятые. Между прочим, я ее давно купил, но вот только сейчас пригнали. Да? Не припомню, чтобы ты мне о ней рассказывал. Ну, а кто ты такая, чтобы я перед тобой отчитывался? Кстати, когда деньги за ремонт вернешь? Что? Да, я не шучу. Пацаны устроили забастовку, мне пришлось деньги в банке снять, чтобы заплатить им зарплату. Вов, смотри, что у меня. Решила еще прикупить, чтобы тебе потом не гонять. Молодец. Давай, иди быстрее в машину, я сейчас, давай. Ты что, совсем с ума сошла? Ненавижу тебя. Навязал мне свой дурацкий ремонт, а я повелась. А знаешь, в чем твоя проблема? После того, как ты связалась с Артемом, ты стала какая-то странная. Кроме него никого не видишь. Даже если ты мне вернешь украденное, заявление я не заберу. И не пущу это дело на самотек. Я видела, что Вовка испугался. Как и со следователем, я поняла, что попала в самую точку. Но, если честно, разозлилась я из-за того, что рядом с ним увидела эту девицу. Конечно, это была не ревность, но мне как-то стало не по себе. Жінка зрозуміла, що справа з пограбуванням її квартири кепська. Своїми переживаннями вона знову поділилася з подругою. Предлагаю выпить за то, чтобы милиция поскорее вернула пропавшие вещи ее хозяйке. Я уже в это не верю. Мне кажется, грабителя не найти. Маш, ну какие грабители? Все знают, что украл Вова. Каролин, а тебе не обидно? Ты, по-моему, недавно сохла за ним. Ну, знаешь, у нас не так хорошо все складывалось. Да у меня и без него море поклонников. Мужиков много, а подруга одна. За тебя, Маш. А знаешь... Говорят, что Вову подставили. Тебе что, вино совсем язык развязало? Почему ты все время о нем только говоришь? Артем, мы просто рассуждали. А может, выпьешь? Да нет, спасибо, я устал. Пойду спать. Какой-то он совсем нервный. Что это с ним? Да понимаешь, после болезни мамы он совсем какой-то сам не свой стал. Постоянно злится на меня, но я же ради него стараюсь. Зачем меня обижать? Правда? Ну, конечно. Я обиделась тогда на Артема, даже легла спать намного позже обычного, но я понимала, что ему было еще тяжелее, чем мне. Наступного дня, повертаючись із фітнес-клубу, Марія ніяк не чекала, що потрапить у нову халепу. Господи, что случилось? Дай там сидеть. Але бідолашну Марію врятувала стороння жінка, яка вигулювала песика. Саме вона стала випадковим свідком злощасної пригоди. А ви його лицо не розгляділи? Ні, ну темно ж. Ну, правда, у нього на куртці ззаді такі то лі жовті, то лі білі такі. От подержи, я зараз покажу. От такі руки якісь такі. Наверное, наркоман какой-то. А ты сумочку-то проверь. Сумочку проверь. Что?
Что? Все на месте. Ой, ну слава богу. Пошли, я тебя домой доведу. Пошли потихонечку. Ой, Тайсон, сиди. Спасибо вам большое. Пойдем потихоньку, пойдем. Ну почему ты мне не позвонила? Я бы встретил тебя, все было бы нормально. Ну спортзал же рядом, я же не думала, что какой-то придурок на меня нападет. Ты лицо его видела? Нет, никого не видела. Да, на обычное преступление это не похоже. Это предупреждение. От кого? Слушай, неужели не ясно? На, держи. Вова? Нет, не может быть. Послушай, ты не веришь, что это он? Ну, тот, кто нападал, был ниже ростом. Понятно, но квартиру он тоже не сам выставил, а с подельниками. Получается, что он кого-то подослал. Да. Похоже, что эта тварь ни перед чем не остановится. Было страшно, нереально. Меня так тогда перетрусило, когда я поняла, что это Вовка. И зачем я только связалась с ним и с его ремонтом? Наступний робочий день для Марії почався з несподіванки. Жінка нарешті отримала довгоочікуваний кредит, але вона навіть не здогадувалася, як розгортатимуться події. Только зачем сейчас мне эти деньги? Вовке я все равно ничего отдавать не буду. Давай пропьем. Маша, положи их на депозит. Все-таки суда беспроцентная, а там хоть денежки накапают. Точно, Эль, я так и сделаю. Тебя сопроводить в банк? Нет, я с Артемом пойду. Только он почему-то не отвечает. Сердце мое было не на месте, и я вместо банка поехала домой. И, как оказалось, не зря. Налякана Марія примчала додому. Жінка не уявляла, яка трагедія трапиться в її квартирі. Артем! Якого неочікуваного удару зазнає Марія? Решила. Умоляю тебя! Нет, я сделал такое, после чего ты меня возненавидишь. Пожалуйста, отдай мне нож, ради чего ты лишаешь себя жизни? Маша, я все решил, прости меня. Прости меня за все. Даже если ты не изменил, мне плевать, я люблю тебя, пожалуйста, только не делай этого. Я все прощу, я не смогу без тебя жить. Нет, я тебе не изменял, все гораздо хуже. Пожалуйста! Тех денег, которые ты мне дала, маме на операцию не хватило. Понимаешь, мне было очень стыдно идти к тебе просить еще. Какая ерунда. Коля, мой шеф, у него тоже были проблемы с деньгами. Он решил ее с помощью карт, понимаешь? Понимаю. Я тоже решил сыграть. Он привел меня на квартиру, показал, что как. Но я начал играть. Сразу выиграл 5000. Мне реально везло поначалу. Но потом я поставил всю сумму и проиграл. Я понимаю твои чувства, Артем, но это же не повод решать себя жизни, ну. Нет, не останавливай меня, я все для себя решил. Обо мне ты подумал? И вообще, как твой начальник мог так поступить? Это противозаконно. Пойдем в милицию, и пусть закроют этот притон. Блин, ты дура. Милиция крышует все сама. Маша, прости меня. Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я ухожу, я... У меня есть деньги, мне сегодня дали суду. Вот, вот, возьми, пожалуйста, это деньги для мамы. Пожалуйста, нет, возьми. Я не могу взять этих денег, прости. Возьми, пожалуйста, если ты не возьмешь, значит, ты меня не любишь. Маша, спасибо тебе. Спасибо. Я тогда не думала о деньгах. Мне просто хотелось помочь любимому человеку. Ведь человеческая жизнь – это самое главное. Аби хоч якось підтримати Артема, Марія вирішила зробити коханому коштовний подарунок. І відразу поквапилася його порадувати. На даний момент абонент не може прийняти наш дзвінок. Відсутність зв'язку дуже турбувала. Серце Марії відчувало нову біду. Жінка збилася з ніг, шукаючи коханого. Але ні вдома, ні на роботі його не було.
Увесь час зв'язок із ним був відсутній. Тоді Марія кинулася за підтримкою до подруги, але там на неї чекала приголомшлива звістка. Дівчинка, а ви кому? Ой, здравствуйте. А я к своїй подруге Кароліні. Так вона вчора з'їхала. Цілий день через каким-то парнем вещи носили, потом машину ждали. Странно, она вчера со мной долго говорила по телефону. И она вам ничего не сказала? Ну и подруге. А может, Каролина оставила вам телефон или записку? Нет, мы с ней вообще не общались. И здоровались там мы с ней редко. А я вчера просто в магазин несколько раз выходила, поэтому обратила внимание. Так что извините, мне некогда. На данный момент абонент не может принять наш звонок. Включен, как и Артем. Чего ты трезвонишь? Простите, пожалуйста, а как выглядел тот парень, который был с Каролиной? Парень был в синей куртке, в джинсах, в кроссовках. Он такой видный из себя, симпатичный, черненький, рослый. На спортсмена похож. Все. До свидания. Все это было очень странно. По описанию соседки, с Каролиной наверняка был Артем. Но почему он мне ничего не сказал? Может, он проиграл деньги в карты, и ему угрожала опасность? Но как же тогда его мама? И я должна была обязательно все это выяснить. Повернувшись додому, Марія вирішила розшукати матір коханого. Жінка пригадала все, що розповідав про неї Артем. Алло, здравствуйте. Это справочная? А мне нужен домашний телефон Луизы Сафроновой. Город Прилуки! Не может быть. Когда в справочном мне сказали, что ни одной женщины в городе с таким именем нет, я не поверила. Я начала обзванивать все кардиологические отделения Прилук. Но о такой пациентке они даже и не слышали. Я была в полном отчаянии. Марію мучили погані перечуття. Щоб достеменно переконатися у своїх підозрах, жінка кинулася шукати докази. Нарешті Марія все зрозуміла. Да. Привіт. Я зараз заїду, мені потрібно забрати інструмент. Бери, що хочеш, мені все одно. Володимир був збентежений відповіддю Марії, тому вирішив негайно приїхати. Передчуття його не обманули. Маш, ти мене слышиш? Маш, це я. Привіт. Привіт. Садись. Так, тихо, не плач. Тихо. Що случилось? Артем. Господи, что с ним? Он выманил у меня огромную сумму денег. Никакой умирающей мамы не было. Так, а где он сейчас, ты знаешь? Не знаю. Осторожно, там синяк. Господи, что еще за синяк? На меня напали сзади, ударили. Думаю, что это был Артем. И квартиру ограбил, я думаю, тоже он. А еще и Каролина пропала. Ты знаешь, они, наверное, в сговоре. Да. Наверное. Хорошо, что она тогда тебя не хомутала. Да я еле отвязался от нее. Правда? Да. Слушай, а может, давай пока не поздно позвоним в милицию? Давай. А как ты зашел в квартиру? Маш, а дубликаты ключей все это время были у меня. Потрібно було якнайшвидше знайти злодіїв. І Володимир зателефонував слідчому. Про пережиту жахливу драму Марія все розповіла у відділку. Та чи вдасться упіймати злодіїв? Знаешь, Маш, у меня тут появились некоторые соображения. Главное, чтобы твои, так сказать, друзья, в кавычках, далеко не уехали.
Простите меня, Михаил Иванович, за то, что тогда напала на вас со своими дурацкими обвинениями. Да не парься, проехали. Ты лучше, Маш, научись отличать хороших людей от врагов. Ты бы Владимира чуть за решетку не упекла. Ну, хорошо, что я разобрался. А вот Артем твой мне сразу не понравился. Понимаешь, есть в нем какая-то вот червоточина. Да. Ну все, свободны. Спасибо вам большое, огромное спасибо. Да, не за что. Марія залишилася зі своїми проблемами і розбитим серцем. За свої необґрунтовані підозри жінці було соромно, і вона наважилася покаятися перед Володимиром. Вов, мені так стидно, що я тебе підозрювала. Я вела себе як дура. Маш, ну не говори так. Ой, що би я без тебе робила? Ти мені давно нравишся. Якщо тільки захочеш. Вова, не треба. Я... пока морально не готова к таким переменам. Я всегда знала, что нравлюсь Вове, но мне не хотелось начинать новые отношения, не поставив жирную точку на старых. Минуло кілька днів. Марія поступово приходила до тями. Але несподіваний дзвінок слідчого змусив її знову понервувати. Ну от, не прошло і года. Маша, я тебе ждал? Ждал. А теперь, извини, я опаздываю. Ну, пожалуйста, Михаил Иванович. Ладно, хорошо, я тебе расскажу все по-быстрому. Я маршрутку долго ждала. Да, а что жених-то не подвез? Вы о ком сейчас? А, о Вовке? Да нет, он мне не жених. Мы с ним просто друзья. Да что ты говоришь? Ну, ладно, тебе видней. Значит так, мошенников мы этих взяли. Ну, обыкновенные гастролеры. Ездят из города в город, любители красивой жизни. Кошмар. У меня аж мурашки по коже. Значит, ладно, самое главное. Твой Артем не успел барыгам толкнуть нажитое. Подожди, как там у тебя точно? Непосильным трудом. Вот. Так. Так что с тебя? Магарыч. Мальчика нашла, Магарыч. А что? Чего мне этого Магарыч-то? А что? Как что? На свадьбу-то позовешь, а? Я тогда подумала. А может, он прав? Человек столько лет проработал в органах, что видел всех людей насквозь, и нас с Вовкой в том числе. Марія твердо вирішила зачинити двері минулого. А перший крок до цього – позбутися всіх речей колишнього коханого. Ти куди-то собралась? Шикарні цвіти. А, да, це тобі. Спасибо. Давай помогу. Вов, а ти можеш вибросити ці пакети в мусорний бак? А я уже думал, ты куда-то ехать собралась. Если я бы куда-то собралась ехать, я бы уехала только с тобой. Ты не против? Об этом я даже мечтать не мог. Я счастлива, что наконец-то рядом со мной есть человек, который по-настоящему меня любит.